Вітаю вас, любі глядачі. Ми продовжуємо наш телемарафон. І прямо зараз з нами на відеозв'язку відомий у Херсоні лікар Любов Борисівна Краснікова. Любов Борисівна, вітаємо вас. Ви лікар з великим досвідом. Уже 15 років працює активно ваша компанія «Енергія довголіття». Але от зараз такий дещо складний час, карантин. Скажіть, як же працюється в умовах карантину і що радите херсонцям? Я знаю о том, что происходит сейчас в мире, что происходит в нашей стране. Это меня, как доктора, не может не беспокоить. И на сегодняшний день я хотела бы дать свои рекомендации. Первое. Ничего не бойтесь. Дело в том, что когда вы боитесь, падает ваш энергопотенциал, снижается частота вашей вибрации, которую излучает человек. Известно, ученые доказали, что COVID-19, тот, которого мы так все боимся, он тоже живое существо и излучает всего лишь 4,5 Гц до 14,5 Гц вибрацию. Это те низкие вибрации, которыми мы с вами страдаем, когда мы ропщим, когда мы боимся, когда мы плачем. И поэтому первая моя рекомендация – нужно быть бойцом. Нужно уметь защищать себя, защищать свою семью. И первая главная защита – это энергетическая защита. И так как я необычный доктор, да, я врач-педиатр, высшей категории, врачом работаю уже 33 года, кто меня не знает, но последние более 16 лет я занимаюсь энергоинформационной медициной. Что это такое? В двух словах. Дело в том, что я и мои коллеги рассматриваем человека как единое целое. Не просто как то физическое тело, которое рассматривают специалисты современной западной симптоматической медицины. Моя задача – донести до вас то, что у нас, кроме того физического тела, есть еще энергосистема, есть тонкие тела. Но так как я обычный доктор, я не биоэнергетик, я буду говорить простыми словами, чтобы вы поняли, как можно себя защитить. Самое первое – это не бояться, успокоиться и, конечно, соблюдать правила личной гигиены. Когда вы на улице, обязательно вы одеваете маску. Любов Борисівна, ще таке запитання. От зараз всі говорять про необхідність носити захисні маски. МОЗ взагалі зобов'язали зараз всіх виходити на вулиці лише в масках і в жодному разі без них не з'являтися. Знаємо, що в асортименті продукції вашої компанії все ж таки є особливі маски. Маски з біофотонами. Розкажіть, будь ласка, в чому ж їх особливість? І взагалі, от, яка їхня ефективність? Более 400 тысяч наших клиентов и дистрибьюторов, которые успели за эти годы купить маску с биофотонами, я просто напоминаю, найдите у себя дома нашу продукцию и носите. Почему? Потому что белье с биофотонами, особенно маски, они не только механически защищают вас от вирусов, от пыли, грязи, которая может передавать вам этот вирус, но еще и восстанавливают ваш энергопотенциал, восстанавливают ваше биополе, закрывают дырки в биополе. И самое важное, то, что маска с биофотонами питает вас энергией трав, которую нанесли на это белье. Когда мы с вами расстраиваемся, плачем, ропщем, боимся, горюем, смотрим средства нашей массовой информации и так переживаем, что прямо на каждом шагу есть такая беда, у нас падает наш энергопотенциал. Мы в этот момент излучаем левосторонние торсионные поля, так говорят физики. А когда мы любим, радуемся, когда мы во всем плохом ищем хорошее, мы излучаем правосторонние торсионные поля. Это энергия любви. И действительно, это так и есть. Вся продукция, с которой мы работаем, она сертифицирована не только в Украине, в странах СНГ, но она еще и сертифицирована во всем мире. Есть швейцарский сертификат, на котором говорится, что продукция с биофотонами компании Джинжумен, у которой мы это любезно заказываем, она не имеет аналогов в мире, и она не подлежит больше никакой сертификации на высочайшего качества. Вот представьте себе, вы спите, и спите на вот такой вот накидке на подушку, вы просто
стелите ее на подушечку, сверху одеваете наволочку, и биофотоны защищают вас уже даже во время сна и ваших детей, и повышают ваш энергопотенциал, и улучшают микроциркуляцию, насыщают кислородом ткани. У нас в компании есть четкая методика, как восстановить то, что в медицине у нас говорят иммунитет, а я говорю, как восстановить систему саморегуляции. Это тот метод, который позволяет защищать человека так, чтобы человек мог сопротивляться любому злу, любой инфекции, любому вирусу, даже бактериологическому оружию. Вы просто на ночь одеваете любую продукцию с биофотонами. Она вас снабжает энергией, закрывает ваше биополе, восстанавливает работу вашей чакровой системы, вашей энергосистемы и устраняет причины всіх заболівань. Любов Борисівна, от зараз прозвучало кілька таких термінів, які стосуються безпосередньо біоенергетики. Серед цих термінів був такий термін, як чакри. Скажіть, от говорять, що якщо знати кілька хитрощів про свої чакри, можна все ж таки вберегтися від коронавірусу, так? Я як доктор точно знаю, щоб заболіти пневмонією вірусною, визваною COVID-19, потрібно, щоб у нас з вами була закрита четверта чакра. Я не буду подробності розказувати, що робить ця чакра, але всі, хто спеціалісти знають, говорять, що це четверта чакра, сердечна чакра, яка дає енергію серцю, легким бронхам, и благодаря этой чакре работают наши органы. И если у человека эта чакра закрыта, а когда она закрывается? Она закрывается, когда нам не хватает любви, когда нам кажется, что нас не любят, когда мы много делаем, а в ответ не получаем признания. Я имею в виду любовь не только мужчины и женщины, но и любовь к работе, да, к бизнесу, к каким-то друзьям. И если вы очень много делаете для своей работы, но вам мало платят, вам, может быть, лишний раз вас не похвалили, не сказали, какой вы молодец, вы испытываете этот дефицит. И в этот момент вы излучаете вот эти левосторонние торсионные поля, которые сами блокируют нашу чакру. Так мы заболеваем. Когда есть блок, застойные процессы, плюс выброс адреналина во время какой-то стрессовой ситуации, и идет спазм капилляров, нарушение микроциркуляции, и вирус, если он попал в ваш организм, то он задержится там и будет размножаться, и ваши клетки будут рождать новые вирусы. Скажите, а можете дать херсонцам такой рецепт здоровья? Есть простой рецепт. Первое. Мыть руки, носить маски, то, что говорят все, обязательно следить за чистотой своей энергетики. Вы должны быть проточны. Вот что значит проточны? Нужно все пускать через позитив. Вот вы получили какую-то негативную информацию, или кто-то вас обидел, или, может быть, не оказал знаки внимания. Не судите строго. Вот пришло то время, когда нужно соблюдать заповеди. Да не суди, да не судим будешь. Когда нужно почитать родителей своих. Не зря нас Господь поставил в такую ситуацию, когда мы хотя бы дистанционно, но мы можем друг друга поддерживать. И, конечно, это очень важно. Любов Борисівна, з вами завжди дуже приємно спілкуватися. І до того ж дуже цікаво. Є побажання для наших телеглядачів? Первое, мы восстанавливаем энергетику, поддерживаем ее. Второе, мы соблюдаем водный баланс, рекомендуем полоскать полость рта, пить структурированную воду. Третье, используем клеточное питание, это супермелкий биокальций, это радиола розовая, это хитозан проактив. И, конечно же, иммуномодуляторы, какие вы знаете, это кошачий коготь, это линжи, это кордицепс, это та же клюква, это мощные антиоксиданты. И четвертое, это мы защищаем себя, мы одеваем наши карточки с биофотонами, которые излучают 99,9 Гц, и это гораздо больше, чем излучение COVID-19. Мы одеваем лечебные бусы, чудо-бриллианты и, конечно же, защитные маски и перчатки. Я вам всем желаю крепкого здоровья, достойно пережить эту пандемию. Я желаю, чтобы наш народ лучше всех показал всему миру, какие мы с вами молодцы. Сидите дома, соблюдайте правила личной гигиены, любите друг друга и радуйтесь жизни. Я думаю, что нет испытаний, которые бы мы вместе не смогли пережить. Счастья вам и здоровья! Дякуємо вам за цікаву розмову. Будьте здорові!